хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? С Днем Великой Победы! Поздравляю вас, дорогие братья и сестры! Это священный праздник для всех россиян, для всех, кто любит свое отечество. Мы вспоминаем героизм наших защитников, мы вспоминаем героизм тружеников тыла, мы вспоминаем всех людей, чьими молитвами, делами, заботами и, конечно же, героизмом наша страна была спасена от фашизма. Вечная память героям, и дай Бог, чтобы мир и благополучие, милостью Божией было на нашей земле. С праздником! Дорогие наши ветераны, уважаемые жители, гости столицы, якутяне, я с особой сердечностью сегодня хочу поздравить наших ветеранов, участников войны, вдов, тружеников тыла, детей войны с этим священным, великим праздником – Днем Победы. День Победы для нас – это праздник наших отцов, дедов и всех последующих поколений. Это день национальной гордости за наших героев-победителей. Это день народной памяти. Я желаю в этот день здоровья крепкого, мира, добра всем. И, конечно, активного долголетия и всех самых прекрасных моментов жизни, заботы и участия. От имени казачества России, от имени казачества Якутии, всех горожан Якутска поздравляем с Днем Победы, которая пришла очень нам большим потерями. И казаки тоже воевали в этой войне. Поэтому мы чтим память о победителях. Походный атаман, войсковой старшина Степан Николай Иванович. Вот казаки идут, наши дети, можете показать. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Я думаю, что 9 мая – это все-таки главный праздник в нашей стране. День Великой Победы. Мне хочется поздравить всех наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, вдов, детей войны с этим замечательным праздником. Спасибо вам за победу. Благодаря вам мы сегодня живем в мирной, замечательной стране. Без прошлого у нас, здравствуйте, без прошлого у нас нет будущего, поэтому мы должны обязательно помнить историю этой войны, уроки этой страшной войны, чтобы она никогда не повторилась. Это праздник не только ветеранов, но и праздник всех поколений. Поэтому всех горожан сегодня хочу поздравить с праздником, пожелать самое главное – мира, благополучия в каждом доме. Чтобы родные и близкие заботились о своих старших, потому что им сегодня нужна очень наша забота, наше внимание, наше уважение. С праздником! Хочу поздравить всех горожан, жителей, гостей столицы нашей, с великим праздником Победы. Дорогие наши ветераны, жители и гости столицы, я от всего сердца вас поздравляю с этим великим праздником, Днем Великой Победы. Желаю вам всем мира, добра и счастья, чтобы никогда, никогда на нашей земле не было войны. Это самое страшное, что может только быть. Я еще раз всех поздравляю с этим праздником. Уважаемые наши ветераны, я от всей души поздравляю вас нашим прекрасным
золотым праздником, с Днем Победы. Сегодня такой прекрасный день. Собрались все горожане нашего столицы Республики Саха-Якутия праздновать парад 9 мая. Я вам всем желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и самое главное, вам низкий поклон за вашу победу. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.